Инспекторы ГАИ нередко наблюдают любовь водителей к риску. Например, выезжают на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция Серпухова проводит профилактические мероприятия на самых оживленных дорожных перекрестках города и напоминает о соблюдении правил и уважении к другим участникам дорожного движения. Грубые нарушения правил нередко становятся причинами дорожно-транспортных происшествий. Проезд на красный сигнал светофора – одно из самых распространенных. Инспекторы ГИБДД Серпухова организовывают целевые профилактические рейды. С начала года в муниципалитете выявлено более 300 подобных правонарушений. Данные рейды проводятся регулярно. Используется личный состав как скрытого патрулирования, то есть в гражданской форме одежды с средствами фиксации правонарушения, так и с помощью служебного транспортного средства. Место встречи изменить нельзя. Не так давно на пересечении улицы Володарского и Первой Московской произошла авария с участием скорой помощи. И сегодня инспекторы здесь вновь для работы с водителями над ошибками. Всего за 10 минут дежурства патруль выявил 3 автомобилистов, которые ехали на красный сигнал светофора. Водители привлечены к административной ответственности. Вы являетесь свидетелями, как мы остановили транспортные средства, которые проехали на запрещающий сигнал светофора, были зафиксированы сотрудником в скрытой форме. И здесь их уже остановил наряд на служебных транспортных средствах. Что с ними теперь будет с водителями? В настоящий момент нарушители знакомятся с доказательствами по административному материалу, который сейчас в настоящее время возбуждается. И они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с требованиями ПДД, Кодекса Российской Федерации. Напомним, проезд на красный сигнал светофора – штраф в размере 1000 рублей. За повторное нарушение автомобилист будет оштрафован уже на 5000 рублей или же вовсе может лишиться права садиться за руль на полгода.